вертится над головой, крутится, вертится, хочет упасть. Всем привет! Сегодня покажу очередное хорошее упражнение из арсенала силачей старого университета. И называется оно «Кручу на попа верчу». Как можно понять из названия, речь идет об одном из вариантов подъема гирь на попа. Выполняется оно следующим образом. Вы берете две гири, хват гирь строго по центру дужки, закидываете в стойку на попа, затем делаете вот такой вот разворот двух кистей, и после этого разворота осуществляете парный жим двух гирь на попа. Как это выглядит живьем, покажет Андрей Смольников с двумя гирями по 32 килограмма. Андрей Смольников выполняет упражнение силачей старого университета. Жим. Кручу на попа верчу. Вот такое интересное упражнение из арсенала силачей старого университета. Можно, в принципе, пробовать для начала делать и одной рукой. Вот такой разворот с последующим жимом. На этом все. Кому интересно, пробуйте. Тренируйтесь. Всем успехов и без травм.